Скорость приобрет печальным последствиям, и право только что в этом будет заявился в отношении куда не пойдет. Yeah.
Большой Дэйд появится с минуты на минуту. А вот и он. Купер против короля скорости. Дэйд абсолютно спокоен. Он шутит, что для него это будет тройной круг подсчета. И даже поставил на кон свою машину. Ну что ж, посмотрим, что будет. Так, осторожно. Ну что ж, вы должны получить. Сейчас очень-очень не домой.
А вот этот гонщик сегодня всем покажет. Итак, в этом заезде участвует большой Фрэнк Бедвин. Он любит ходить. Гонщики готовы, все готовы, и вот он ломан старт.
Вау, большой Дэйв сегодня потерял и колоду, и GTO. Старик, ну что делать? Такова жизнь, а новый король празднует свою победу. Роем кутом, господа!